Вот завтрак мой готов. Гранолка в переиспользованном пакете. Хлебушек у меня есть и 3 оладьи осталось. Еще у меня есть шоколадина, но это потом. Еще какая у меня осталась опять на полпорции. Ну нормально. Вот. Погода так немножко светлее, даже вон много неба голубого стало. Оттуда сейчас доносится и ночью доносились свисты дикие ветра. Прям страшно. А сейчас нет. Прям свисты, как будто там, не знаю, много-много метров в секунду ветер. Это может быть, но откуда непонятно. Может с гор, может где-то ниже. Нашел я еще одну скалу полосатую. Вот она. Вот она. Я уже собрался и собираюсь двигать. Вот. Думаю, может быть, спущусь туда к озеру. Не к озеру, а вот ко второй части каньона, где мост. Но пока точно не решил. Такие дела. Сегодня погода спокойнее и пасмурно. И вот как видно внутрь туда. Глубоко там, кажется, 5 метров глубины, настолько видно. Вот тут камень лежит 4 метра. И под ним еще туда внутрь есть. Глубокая. Иду дальше по каньону, думаю дойти до моста, не моста, но сколько-то пройду, вот хотя бы, чтобы видно стало. Вот, время 11:40, уже довольно много времени, в общем-то, идти, как мы знаем, 2,5 часа, так что, ну, спешки-то нет никакой, просто как бы не пропустить окно без дождя. Но даже это не особенно важно, потому что, ну, промокну я, у меня есть все сухое на замену. Так что ничего. Вот хочу подойти к тому бассейну, который не глубокий, там узоры на дне. Солнышко вышло. Не тут.
Общий вид здесь. Общий вид. Я уже решил, что не пойду смотреть на ворота, потому что не под силу. Не под силу. Уже усталость мне дает себя знать прямо с утра. Спал я долго, но не очень крепко, то есть я поверхностно так спал, как бывает. Шум дождя был, ветра. У меня были беруши, но все равно кое-что было слышно и никак не мог достичь спокойного сна. Но в конце часов 6 я поспал хорошо. Вот. И встал в 9. Так что, да, сна недостаточно, поэтому придется мне двигать обратно. Вот, чтобы не обессилить к концу дня. Красиво, да, хорошо. Вот место впадения. Нет, ну, я все-таки вот что сделал. Я пройду, здесь, кажется, нету большого уклона. Пройду прямиком, ну, пройду прям так. И там, думаю, увижу хотя бы издалека этот мост. Ну и как это вообще все выглядит, просто чтобы представлять, потому что по карте этого не видно. Вот. Он, в общем-то, на карте-то и не обозначен, на спутниковой карте видно нечто, что похоже на мост. Но никаких деталей. Здесь уже рыженькие травки. Не слишком ли я взялся идти? Там выглядело так коротко. Метров 150. Здесь-то видно, что еще немало. Ну вот, дошел я до возвышенности, с которой видно второй каньон. Моста отсюда не видно, потому что мы поперек него стоим. Думаю, что он примерно где-то вот ровно прямо по курсу. Это озерцо, которое мы видели все это время. Вот. Это еще одно озеро. Нам топать примерно вот туда. Вот, мы на этом закончим, потому что еще 500 метров до него по прямой. Вот, между тем, вон там у нас, кажется, дождь собирается. Ну, такие дела. Думаю, тем не менее, что немало мы посмотрели интересного в этом каньоне. Не увидели всего, конечно, но что поделать. Отсюда очень красивый вид, хотя и мрачный, но очень красивый. На эту гору вместе с тучей. Вот. Ну, двину. Вот, взглянем еще разик на каньон. Красивый каньон. Большой. И двинем. Сейчас подъем. Вот этот вот пик там. Это наш. Ну, не весь, а по кругу его обойдем, как вчера. Вот, ветер поднялся. Вообще погода такая смешанная, то есть воздух теплый, когда нет ветра, воздух очень теплый, быть хорошо тут, даже, в общем, так тепло и даже, может, ну, не жарко, в общем, хорошо. Ветер сам по себе, он не холодный, но очень быстрый, и поэтому он охлаждает существенно. Кажется, поднялся я на верхушку. Тропы.
Когда-то я ее вот справа обходил, эту вот маленькую макушечку. А тут видно, тропа идет как-то низом. Вот, ветер то есть, то нет. Когда есть, он двигает меня даже с рюкзаком. Ну, не так, что сбивает, просто немножко корректирует мою траекторию. Вот. Когда нет, все очень тепло и хорошо. А, вот как, здесь можно было в эту низину спуститься. А я залез на эту гору, обходил ее, потому что на карте так нарисовано. Не увидел этого маркера. Батарейка у меня последняя, так что повествование может завершиться в любой момент. Я не хочу топтать зеленые мхи, они такие красивые. А, вот справа. Яркие. Они так красиво с черным сочетаются, когда они вместе бывают, растут на скалах. Когда скалы черные, вот как здесь камень от воды. А и мхи такие зеленые, яркие. Такой контраст красивый. Удивительная краска. Ну вот, окажется, здесь можно было пройти закрытым от всех ветров. А я вчера полез так, что пришлось там куртку надевать. Там был самый сильный ветер. Там вот на этой маленькой макушечке. Ну хорошо. Теперь, значит, нужно найти поворот. И оттуда двигать прямиком, как мы вчера шли. По-ровному хорошо идти. Да. Ну ладно. Еще осталось 4,5 километра. Вот, ветер так и есть. Дождь. Мелкая-мелкая морось. Почти незаметная морось. Что хорошо. Вот. Ракурс этих гор отсюда выглядит совсем незнакомо, но тропа верная. Я по карте посмотрел, и как и ледник было видно чуть выше, когда я был. Вот. Так что нормально. Ветер сильный. Ну, сильный. По привычкам, конечно, сильный. Метров 8-10. Так. Для, наверное, гор этих это такой легкий ветерок. Здесь такие огромные пространства открытые. Там вот видно на той стороне эти вот избушечки. Метеоизбушечки. Нам нужно обогнуть это озеро сейчас. И к ним примерно... Ну да, тропа прямо с ними рядом идет. Вот. Кажется. Нет, наверное, другие, потому что тропа должна сейчас идти прямо довольно далеко. Наверное, это другие. А те были за этим вот хребтом. Ну, такие дела пока что. Чувство масштаба в таком ландшафте какое-то странное, чувство расстояния. С одной стороны, когда смотришь на горы, вот даже там, где я ночевал, там снежничек наверху лежит. Ну, не наверху, так, но на следующей ступеньке. И так смотришь на него, вблизи, в принципе, прям даже там, ну, со стенки каньона. Смотришь и думаешь, о, доступный снежничек. Камешки лежат внизу, хоп-хоп, можно посмотреть. Подходишь к нему, а высота там метров 10, а камешки в человеческий рост. И это совершенно непонятно издалека. Не издалека, а вот с некоторого расстояния. А с другой стороны вот озеро. Смотрели мы на него с той стороны. Мне лично оно казалось очень далеко. Как минимум километр или около того. Ну не оно само, а вот этот край, где мы сейчас идем. А при этом три шага, раз, раз, и вот оно.
непонятно. Непонятно. Может, потому что, конечно, с горки три шага. Да, там, в общем, больше вниз. Может, поэтому. Вот. Ну вот сейчас нам где-то здесь, наверное, не огибать. А, вот там, да, этот шоколадный каньон. Теперь я помню. Нам нужно пройти внутрь. Вот и вот. Не внутрь горы, конечно. Но, в общем, прямо нам надо идти. Ровно прямо. Дождь пошел. Такой покрупнее немножко. Ну, что поделать. Заячьи хвостики на ветру колышутся. Дошли до цветочной полянки. То есть до цветочного косогорчика. Колокольчики. Смешные. Ну вот, посмотрели на колокольчики, теперь нам на торт какао шоколадный. Еще не очень близко. Вон те снежнички. Он как раз там. Что я вижу этот проток, который хотел посмотреть на той стороне, но там из-за дождя плохо видно. Видно только, что там, ну, какой-то такой похожий элемент ландшафта. Красивые очень облака. Бегут себе. Солнце кое-где срез сквозь них. Очень красиво. Но суровенько. Да. Суровенько. Кажется, еще вчера они не были такими желтенькими, эти листики. Сегодня прям яркие. Может, потому что пасмурно. Вот. Зеленые мхи, только здесь коричневые скалы. Дошли мы до какао-шоколадного тортика. Вот, и сейчас будет перевальчик. Ну, то есть это и есть, собственно, перевал. А там уже вниз. Это серединный хребет. Так он назван в моих записях. Очень красивые эти шоколадные ветвления. И здесь-то можно было бы провести, конечно, времени довольно. Да, очень красивые, но тут нет сил. Если со вчерашним темпом я двигаюсь, что мне неизвестно, то выйти к машине ожидается где-то к 3. 3 это уже довольно много и больше намного, чем я предполагал. Насчет возвращения вчера, ну или там, когда думал. 3 это довольно много. Камера выходит из строя, боюсь, что это последние кадры. Такая вот драма в повествовании. Но зато кадры красивые. Ладно, выключу пока, может еще сможет снять. Ну вот, перевал преодолен.
Дальше снова вниз. Там будет еще один подъемчик, но это уже последний. Сейчас, может, увидим, что там вот. А вот озерцо видно. Озерцо, эти зеленые хижины. Это вот на этот раз, думаю, есть те метеохижины. Вот. Та гора, которая вот большая перед нами. Это уже гора, думаю, за электростанцией. Ну, то есть за плотиной. Да, и озерцо, которое мы вчера обходили. Позавчера, то есть... Вот оно теперь видно хорошо. Ну вот, хватит ли батарейки дойти до этого гребненька? Thank you.
останавливаюсь. Страшный спуск преодолен. Поход к каньону Корбельса завершен. Теперь домой. Такое здесь озерцо внизу после спуска. И облачко по нему скатывается.